Всем здравствуйте. Я иду в магазин на хлеб купить. Дома хлеб закончился. У нас погода получше стала. Плюс 15 сейчас на улице. Хорошо. Благодать. Смотрите, какая красота. Деревья такие все лысые стоят. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Тайсон, ты в будке был, да? А я тебя потеряла. А ты в будке был, там у тебя хорошо, тепло, да, Тайсон? Ладно, идем в магазин. У нас уже вечер, я иду в садик. Сходила в магазин, купила хлеб, молоко и печенек немножко, больше ничего не брала. Я тут, видать, 2 дня походила с документами, намерзлась и, видимо, заболела. Потому что самочувствие не очень. Тайсон! Тайсон! Вот, из будки вышел. Кто пишет, что Тайсон не спит в будке? Он постоянно в будке находится. Да, Тайсон? Ладно, идем в садик. Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня... Ваня, ну-ка, тихо! Собрались, чтобы поздравить Машу. А теперь посчитайте, пожалуйста, сколько Маше нашей лет. У нас получилось вот такое вот воспроизведение. Просто мы не нашли нигде свечки. Везде искали, и брат ходил искал, не нашли. Но зато получился пример. Да, вот так вот, такой вот тортик от Машины. И задул. Ваня, Егор, принеси спички, пожалуйста. И тебе надо дуть о Маше. Сейчас придется Маше. Нельзя, понял? Ваня у нас любитель свечки задувать. Я тоже Машу задуваю. У Маши день рождения, ты будешь свое день рождения задувать? Ваня не знаю. Ване нельзя. Сейчас, подожди, Маша. Я тебе сейчас... Давай, Маша, я к тебе поближе поставлю. Загадай себе желание и потом задуй. Вот так вот, вот такой вот у нас тортик. Сейчас ребята будут кушать. Так, подождите. Маша, я тебе хочу подарить подарок. Но ты знаешь, что на 10 лет что мама тебе должна подарить? Телефон. Телефон, да. Но телефон я тебе подарю, когда получу зарплату. А этот подарок от всех нас. Там есть то, что ты хотела. Ваня, сядь. Тетрадки покажи какие. Подожди. С розочкой. С зверями. Это, да. И третий. Да, с ламами. Дальше показывай, что там у тебя. Тебе-то что, Ваня? Маша, как ты думаешь, что ты это просила у меня? Духи. Духи, да. Духи, понюхай, скажи, понравится тебе такой запах или нет? Вкусный? Да. Нравится? Ну вот, будет у тебя. Ване нельзя, это Маше, правильно. А, ты подарил, да, Маша? Это Маша точилка такая. И что там еще? Ручки цветные. А телефон мы тебе купим 24 или 25, как зарплата придет, подарим. Тебе нравится? Катя, ты хотела подарить? Катя, потом, ну хорошо, Катя не хочет на видео. Мы тебя, Маша, поздравляем с днем рождения, желаем тебе крепкого здоровья, чтобы ты у меня училась на одни пятерки, поняла? Чтобы слушала. А, твое подарок, да? Тебе на еще сюда подарок? Ух ты. Ну ладно, потом тебе положим подарок. И вот такой вот торт. Это торт тебе подарила подруга, как ты знаешь, моя. Ты знаешь, я не буду говорить имя на видео, но Маша знает от кого, да, Маша? Всех, кто сегодня тебя поздравил. Да, скажите спасибо. Мы говорим спасибо вам огромное за поздравление. Это нельзя кушать, Ваня, это нельзя кушать. Это мама сейчас уберет. И тортик нарежет. Вот такой вот в целом у нас тортик. Ну, правда, от свечек тут уже дырки получились. С днем рождения! Skip to my loo, my darling. Loo, loo, skip to my loo, loo, loo.
Christmas tree.